Летом необходимо контролировать качество воды в водоемах, особенно там, где люди купаются. В первую очередь дети, потому что дети крайне чувствительны к токсинам, больше, чем взрослые. Если где-то взрослый, может быть, немножко себя плохо чувствует, то ребенок может попасть в больницу с отравлением. А летом качество воды может меняться довольно быстро. Это может быть как естественный биологический процесс, например, массовое размножение водорослей, когда цветет вода, превращается в зелень такую. И либо в результате бытовых сбросов или химических выбросов с каких-то предприятий. Поэтому контроль воды в летнее время на пляжах, где купаются люди, должен осуществляться регулярно. Ну, я бы рекомендовал ежедневно, ну хотя бы там еженедельно точно, чтобы не пропустить какой-нибудь либо сброс, либо массовое размножение сине-зеленых водорослей, которые выделяют довольно серьезные токсины в воду.